Бум-бум-бадапам! Всем здравствуйте, дорогие друзья! Ну что же, после выходных наконец-таки мы врываемся на арену и, конечно же, будем наблюдать за лучшими коллективами СНГ сервера. Первый матч на сегодня команды Attributes против Uprising. И этот матч, я думаю, получится, наверное, самым ярким сегодня. Ну, возможно, там плейнги еще свои виктисами покажут хорошую борьбу. Вторым матчем на сегодня AWXZ против Essence. Но я лично там думаю, безоговорочная победа. Но вот поэтому первый матч, матч открытия и закрывающий матч, мне кажется, два самых интересных матча на сегодняшний день. Максим, привет, что думаешь по этому поводу? Привет, Герман, здравствуйте, дорогие друзья, я с тобой полностью согласен, то, что первый матч у нас должен быть очень-очень красочным, и второй, ой, третий, точнее, Vivictus против Playing Esports, но посмотрим, что парни нам там покажут, в принципе, если Vivictus, опять же, ворвутся в бой и будут делать все правильно, все четко, нигде не будут позволять себе расслабляться, там где-то побаловаться и так далее, то я думаю, у них все должно пройти гладко. Но опять же, если ребята где-то сдадут, то сдадут. Мы можем увидеть провальный счет, конечно. Ну, 10-7, может быть, даже 3 карты увидим. А так, если они будут играть с чувством, с толком, с расстановкой, то все будет окей у них. Так, ну что, давай тогда начнем по пикам и банам, быстренько пролетаться. Начнем мы с команды Uprising. Первой карты они сразу же убирают убежище. Ну, атрибуция, да, атрибуция жесткие, атрибуции сильные на убежище. У нас там и Вестейшн, и всякие дирижеры, теперь и системы, которые с ОА и с АУГом на этой карте пристрелены вообще к своим позициям. И у них там вообще играть получается на очень хорошем уровне. Поэтому Uprising, я думаю, верное решение приняли для себя, что эту локацию нужно все-таки убрать. Следующая карта со стороны команды Attributes. Это Люксвиль, но в принципе апрайзинги на Люксе хороши, поэтому зачем ставить карту соперника? НП отправляется в бан от команды Uprising. Ребята просто-напросто эту карту вообще не играют, поэтому здесь экспериментировать на такой стадии, когда уже действительно каждые 3 очка они очень важны, поэтому здесь нужно играть проверенные карты. Следующая карта — пригород Багдада. Более уже чем объясненный нами бан со стороны команды Attributes банально не входит в мап-пул команд. Метрошечка. Вот здесь интересно, почему USG убирают эту карту, хотя они, знаешь, они наоборот чаще всего провоцировали, да, своих соперников именно пикать эту карту. И у них реально там получалось очень хорошо играть. И против АОшек в том сезоне, и против Апрайзинга. В этом сезоне, конечно, не так все гладко на этой карте, но против Attributes, я думаю, они вполне могли на этой карте отыграть, причем хорошо. Ну, видимо, ребята сами не хотят, не желают, поэтому оставим это без обсуждений. И последний бан от команды Attributes. Это Midtown. В принципе, тоже карта довольно неплохо смотрится у команды Attributes, и они могли бы ее также отыгрывать. Но, тем не менее, возможно, парни не решились просто выставлять ее против своего соперника, а прайзинги на ней также хороши. Поэтому зачем устраивать себе лишние риски? Эта карта в бане. Итого, ВВГ, ПБ и ДЦ у нас начеркали ребята, на живой раунд уже прошел, поэтому мы с вами быстренько в лобби врываемся и готовы уже следить за этим матчем. Ну, твои прогнозы, Максим. 2-1 по картам, 2-0 по картам и в чью пользу? Думаю, что 2-1 по картам будет для команды Attributes. Ага, такой вот здесь стандарт. Уже, ну, ты понимаешь, да, потому что в последнее время реально парни выстреливают, и как-то ну, у них улучшение в составе есть, и, конечно же, ребята молодцы, очень хорошую работу провели за последнее время, и поэтому наше, так скажем, предпочтение. Ну, я здесь просто ради спора скажу, что команда Uprising выиграет в этом матче. Не знаю, окажусь я прав или нет, это уже абсолютно другая история, но посмотрим. ВВГ все-таки, мне кажется, заберут Олеся и компания. Дальше у нас второй картой ПБ. ПБ заберут, мне кажется, Attributes. А, ну вот на ДЦ-шечке решится все. И там, мне кажется, праздники выиграют. Посмотрим. Пока что пятый игрок у нас куда-то отошел. Его крошануло полностью из боя. Ой, из боя, из игры. Но я думаю, сейчас Сошки к нам подключится. Ну, тогда ждем. Так.
Так, кстати, у нас статистику уже дропнули на сезон, поэтому можно сейчас посмотреть, что ребята за 2 дня успели себе настрелять. Олеся уже 800 киллов, боже мой. Как же он много играет, а? Как же он много играет. Ладно. Никедрон. 934, а? Обалдеть. У драйва 400, понятно. ХЗЗ 345. Вакуум 4 килла. Отлично. Пацан в игру зашел. Хорошечно, хорошечно. Размялся. Быстренько пацаны говорят, сейчас я в паблик зайду, 4 килла сделаю, и все будет замечательно. Ну, у система у нас здесь 112, 169, 380, 110 и 1308. Дирижер прям запотел. Дирижер запотел. Больше всех киллов набил из двух команд. 1300 за 2 дня. Что-то жесткий парень. Ну, посмотрим, что он покажет в самой игре сейчас. Ну что, наши команды готовы. Good luck, have fun. По традиции и... Посмотрим, что ребята нам покажут. Но действительно, атрибуты набрали довольно неплохо. И я думаю, они сейчас немного обозлены на своего соперника в свете последних событий. Так что должны рвать и метать сейчас. Ну вот, как раз таки мы с вами на это и посмотрим. Но пока что мы полюбуемся с вами нашим замечательным лобби. Которым мы не перестаем восхищаться. Да. Ну, все, ну, дефолт, дефолт. Так, ну что. Ребята, как у вас дела? Каролина Котова же ты когда будет? Я не знаю, я пока что не намерен его делать, потому что я, так скажем, ну, мягко говоря, не горю желанием. Просто по некоторым причинам, потому что, ну... Мягко говоря, да, что мне там за спиной говорят, что я там кому-то что-то подсуживаю, кому-то что-то еще. Вот это неблагодарность, типа, ну вообще как-то меня не радует, да, что вот там меня обвиняют в вообще непонятных каких-то вещах, там, что я с кем-то дружу, кому-то подсуживаю или что-то еще. Вот это, конечно, вообще мне не понравилось. Да, есть люди, которые благодарны, и их фидбэк мне очень важно слышать, но... 60% людей там говорят, что Громов, весь твой ЖТ это полная шляпа. Ну, конечно, если я выиграл, то на ЖТ, о чем да, говоришь, да, да, то есть ты понимаешь, то есть условно, да, у меня вот в редакторе там Настя вот сидит, она играет там тоже в женской команде Sisters, она там условно выиграла, я MVP ей отдал, да, и не потому, что она у меня там работает редактором в группе и так далее. А все думают наоборот, что вот, раз на работу, ну что, накинь ей тысячу за MVP, почему бы не другой кому-то? Громов продажный, ну, как-то так. Ну, конечно. Ладно, давайте будем смотреть, что у нас здесь покажут апрайзинги и атрибуты. Пока что от дирижера залетает опенфраг на ХЗЗ, драйв вместе с вакуумом пытаются отстреливать мост, но план вместе с дирижером спокойно смещаются с этой позиции, у плана 32% здоровья остается. Тем временем Олеся и Никедрон пытаются атаковать позиции Аплента, но Эвэстейшн играет очень агрессивно в тэшке, сейчас может за это поплатиться. Да, здесь Олеся готов встречать эту аркаду. Эти аркады на тэшках, на самом деле, уже настолько дефолтные, что их все уже постоянно чекают. Если это, конечно же, не быстрый раунд. Драйв. Уже мост в упоре занимает. Эвэстейшн пропушил тэшку. 12 хп у него осталось. Олеся его разменял. Соушки пойдет также на размен. Соушки добил одного, но там на боковой еще у него будет товарищ. Это Никедрон. И Никедрон тоже погибает. Отличная приемка Апланта от Соу. И драйв остается с вакуум вдвоем. Да есть минус. Это 2 в 2. Ой-ой-ой, но... Систа. Система в принципе не волнует вообще, сколько там соперников. Он спокойно их перестреливает, при этом сотни на холсбаре у него остается. 1-0, загорается счет на табло. Ну и будем смотреть, как же сейчас отыграют у нас бойцы команды Uprising потерянный раунд. Вновь ХЗЗ и драйв выходят на позиции моста, им там противостоит план. Дирижер закрывает выход на мидл вместе с Эвэстейшном. Посмотрим, что из этого получится, но Максим, как всегда, играет очень агрессивно, и он уже идет в спину к своим оппонентам. Есть первый минус. Будет ли второй или нет? А там еще вакуум снизу. Но здесь, к сожалению, одним минусом обошелся Эвэстейшн. И далее его разменяли. Здесь на боковой. Выход, выход от Никедрона. Забирать на сигарете соушки. Ассистом размен. От системы нету минус 2, но...
2 в 2 на карте. Вакуум на мосту, он уверен, что его кто-то будет пропушивать, но никакого пуша здесь и не намеревалось. Планы дирижер. Пойдут оба с винтов. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь и вакуум, и готов встречать вакуум. Вакуум сразу получает по пачке, и для Олеси это 1 в 2. Ну что ж, Олеся, пора бы тащить. Давайте посмотрим, что он сейчас может сделать. В принципе, дуалы в деле. Все хорошо, Олеся на пределе. Минус план. Дирижер занимает позиции двойки и потихоньку уже выходит в аплейнт и будет дергать своего соперника на таймер. Олеся прекрасно слышит своего энеми, сбивает его, опять же, с дефа. Ну и здесь дирижер, я так понимаю, уже все, не успеет раздефьюзить еще и... В упоре дуалы, ну, Олеся справляется просто замечательно со своей задачей. 1-1 и раунд отыгран. Так, ну что, ответочка моментально от команды Uprising. Посмотрим, что будет дальше. Пока что, я думаю, в принципе, такие же дефолты будут играться под мост. Да, совершенно верно. Играет у нас мост Драйв и ХЗЗ. Дирижер там на приеме. Но дирижер играет по дальней и понимает, что пока лежит смог, здесь совсем... Ну, не нужно просто находиться, уйти в какую-то аркаду, в какой-то пуш не... целесообразно. ХЗЗ подходит уже к мосту. Здесь у плана, в принципе, ситуация неплохая. Может в любой момент и не с дома занять, и попробовать сразу на первый выстрел поставить пачку по ХЗЗ. Ну, ХЗЗ сам очень аккуратно играет, а вот EVStation постоянно накаляет ситуацию в Т-шке. И это не может, на самом деле, не беспокоить игроков команды Uprising. Просто Олесь выдерживает здесь тайминг. Причем выдерживает его довольно неплохо. Но EVStation все-таки принимает решение поменять позиции и выходит уже под боковую. И там находит Никидрона, причем довольно... Легко его перестреливает вообще без потери своего хелсбара. И пока что бойцы команды Uprising остается опять же в меньшинстве. Еще и по ХЗЗ довольно неплохо поработали атрибуты на рейдили этого парня. Но я так понимаю, заход все-таки под позиции Бэплинта уже готовится. Остается один Солшкин на приеме Аплинта. И четверо игроков команды атрибут закрывают Б-сайт. Выход через мост трое игроков команды Uprising пытается пока что осуществить. Но там дирижер вместе с Системом на приеме. Есть неплохие минуса. И драйв остался. За один на мосту. Сошки тем временем также законтрил Олесю под аплентом. Ну что, потащит дирижер или нет? Твои ставки. Драйв. Да, прошу прощения, драйв. Дирижер уже потащит, возможно, в следующем раунде, потому что он еще там сидит. Ну, я хотел сказать, что нет, но слишком большая прелюдия словесная у меня была сейчас, но, как мы видим... Ой-ой-ой, я праздником второй раунд поставил. Ну, скрытые мотивы. Все это хорошо. Ладно, снова мост, снова дефолт играют команды USG. Олеся, причем сразу бежит теперь, правда, занимать винты, попробует сыграть на энтрифраг. А вот как раз-таки дирижер и начинает с энтрифрага этот раунд. Минус по мосту здесь, естественно, спускается на винты, забирает Олесю. Есть еще один минус от команды атрибутс. И вот втроем Никидрон, ХЗ и Вакуум сейчас имеют задачу как-то вот вернуть в нужное русло свою игру в этом раунде. Вакуум остается на прикрытии своих тиммейтов, будет с нуля чекать аркаду мида, но пока что Систем не решается дальше аркадить винты, он прекрасно слышит своего оппонента, и Никидрон тем временем находит планы. EVStation остается пока что под чердаком, Никидрон и ХЗЗ попытаются пройти эту позицию, Вакуум перестреливает Система, отлично. Ситуация 3 в 3, но здесь EVStation подключается в игру, есть минус на ХЗЗ, и Вакуум вместе с Никидроном остались вдвоем. Посмотрим, что же они смогут придумать, пока что Никидрон принимает решение уйти от позиции Бэплинта. А там уже Сошки на аркаде ноля, EVStation и дирижер. Они прекрасно понимают, что делает их соперник, и идут просто его контрить. А это большая ошибка была от Сошки и от дирижера. Пушить мост было совсем не обязательно. Вы могли дождаться своего соперника, какую-то более удобную позицию занять и на ней отыграть. Благо EVStation сейчас попал хорошо в голову и забирает третий раунд для своей команды. Но тем не менее, вот этот несанкционированный какой-то пуш не влечет за собой какой-то смысловой нагрузки. И в итоге преимущество-то они потеряли все свое. Ситуация была один в один, и кто знал, как она повернется. Здесь, ну, опять же, красавчик игрок команды атрибут, что вот так вот попал. Но вот если бы не попал, то было бы 2-2, а не 3-1. Хотя раунд 100% был изначально для атрибутс. Ну что ж, теперь вектор атаки меняется у команды Uprising. Никидрон вместе с Драйвом уже играет через боковую. Ну и там ХЗЗ находится в тэшке. Никидрон пошел на аркаду, а Драйва хаешка неплохая под Солшки. Никидрон находит еще один минус для своей команды. EVStation заходит к нему за спину. Есть минус. ХЗЗ тем временем вырывается все-таки с тэшки. EVStation дабл килл, но вот ХЗЗ он не доглядел. Есть минус. И дирижер остался один против двоих своих оппонентов. Да, он находит минус сейчас на ХЗЗ. Но тем не менее, надо еще справиться с двумя
двумя своими оппонентами, причем один в двойке, и об этом даже не подозревает у нас дирижер. А Вакуум спокойно через ноль уходит на мид и далее пойдет занимать бэплейн. Ну вот Олеся слышит на пятерке дирижера, и дирижер здесь отправляется в следующий раунд. Это 3-2. Отличный тайминг от игрока команды Uprising, и мы моментально переносимся на шестой раунд. Пробуют всякие разные раунды сыграть сейчас Uprising, и под винты пробуют, и под мост пробуют. Вот и быстрый выход на А вроде как зашел, и повторяют, как оказывается, еще предыдущий раунд игроки команды Uprising. Снова забрасывают апленд, ну а здесь еще не успели даже прибежать атрибуцы. Ну а здесь уже все гранаты попадали. Все-таки, наверное, небольшой тайминг надо было соблюсти команде USG. И хаешки, ну, на пару секунд позже откинуть. Они, в принципе, откинули хаешки, но они под них не вышли, поэтому можно считать, что они просто впустую все пролетели. А так как игроки понимают уже, что новая мета строится вокруг гранаты, они просто-напросто эти гранаты прочекали бы, даже если бы находились в пленту. А то, что ребята не вышли под эти гранаты, это, конечно, определенный минус. Но есть замечательный купон на две гранаты, да, который сейчас им позволит снова под раскидку выйти. Ну и, как мы видим, именно окончательная цель, она преследует за собой выход на апленд. Но здесь Эвастейшн теперь с двойки будет в упоре принимать своих соперников. Есть информация по яме. Довольно неплохо закидали хаешками своих оппонентов. И от Соушки уже имеется первый фраг. Эвастейшн тем временем поддерживает свою команду минусом по Олесе. ХЗЗ еще разменялся, но Эвастейшна это вообще никак не волнует. Трипл килл в его исполнении на приеме Аплента. И Вакуум остался один. Работает через винты, но тем не менее одному против четверых потащить будет крайне сложно. Систем тем временем с дуалами закрывается на пятерке. Будет принимать как раз таки выход с винтов. И именно сюда направляется Вакуум. Ну, да, все, зачекали игрока команды Uprising, и нужно срочно ему менять позицию. Но он пытается да, найти минус, он понимает, что его, возможно, где-то пропушат, но System пропушил и пропушил успешно для своей команды. 4-2. Есть уже преимущество вновь в два раунда. Ну и, по сути, если еще один раунд берут атрибуты, то это выигранная первая половина. А причем за оборону это очень хорошее достижение, тем более, когда играют две равные команды. Ну вот сейчас хорошая хаешка на перемычку падает, сдерживает... занятие апланта от команды Атрибутс, поэтому вот под эту хаешку можно было и выбегать. Но почему-то решили немножко притормозить ребят. Но, видимо, раунд изначально не предполагался как быстрый выход и занятие апланта. Ну а теперь мост. А вот там план очень интересный мув совершает у нас. Занял у нас фуру на мосту и... План на мосту. Это как Радо на мосте. Может кто-то помнит, о чем я. Радо на мосте. План на мосту. Но план сейчас, конечно, будет неожиданным сюрпризом для команды Uprising, если же они все-таки решатся пройти через мост. Но посмотрим, там Никидрон вместе с Олесей будут байтить на себя под позициями аплента. Но здесь атрибуты прекрасно понимают то, что занимать сам аплейн для них явно невыгодная позиция. Их закидают гранатами и просто будут выдавливать оттуда, поэтому принимают с пятерки из двойки. Но посмотрим, план тем временем принимает вакуума как раз-таки на мосту, а драйва есть размен. И здесь, опять же, ротация команды Uprising на мид и на мост. Это перетяжка под бэплейн, а там один на сейве играет дирижер. Олеся, как же поймался сейчас винты, просто браво. Да, тайминг, опять же, был шикарный для Михаила. Ну и сейчас... Что же у нас там? ХЗЗ выходит на узкую. Есть перестрелка, держу, отличный минус, моментально размен, ну и сошки 1-3. Дропается под бетон, забирает Олесю, уже шансы неплохие сохранять на взять этого раунда. Но вот на перемычке Никидрон в случае смерти драйва, он, конечно же, убежит под апленд, да, и он сейчас уже бежит, и драйв также через мост будет стягиваться. Ну, Сошки должен понимать. Ну, посмотрим, что он сделает. Пока что 77% здоровья чекает позиции Бэплейнта. До последнего не верит, что соперник оставил эту позицию. Но все-таки Аплент уже устанавливается. Драйв тем временем отыгрывает через 0. Сотни у него на хелсбаре. И у Сошки уже 3% здоровья. Драйв все никак не может добить своего энеми. Ну, вот, наконец-таки, все-таки перестреливает его. И счет на табло загорается 4-3 для команды Атрибутс. Но даже если будет 5-4 первая половина, все равно Атрибуты сыграли ее довольно неплохо. В обороне взять 4 раунда, как ранее Герман отметил, это тоже довольно неплохо. Но смотрим, Никидрон вместе с Олесей опять же выходит под позиции Аплента. Олеся на быстрой ноге попытается занять Аплент, уже вырывается по двойку, есть минус на Эвастейшн. Никидрон перестреливает также Соушки, но там еще и Систем находится на двойке, который вносит летальный демаж по своему сопернику. План, хедшот на вакуума, и ситуация 3 в 3, но вот ХЗЗ находит еще один минус, и уже 3 в 2 для команды Uprising. Да, плану, наверное, все-таки не надо было дальше стреляться. 13 хп оставалось. Он пытался на напертости поставить еще одну голову, но оказался неправ. Хорошая хаешка под дирижера падает, но
и выйдет ее, и сейчас занимают дом. Драйв прочекает линию с дома. Дирижер сидит, уже предвкушает вкус крови своего соперника, но Систем также под бетоном находится. Драйв. Драйв пока что не видел никого. Он должен понимать, что, скорее всего, в доме тоже кто-то будет. Но здесь Систем очень много забайтил. И драйв будет, скорее всего, по нему работать. А там дирижер выходит в спину. Дирижер выходит, забирает вместе с Системом ХЗЗ. И это выход под аплен. Но Систем-то очень рыдовый. Буквально одна тычка по нему зайдет, и все, Система не будет. Так что надо играть ребятам очень и очень аккуратно. Фугас установлен, Систем еще контрит какой-то выход за спину, но тем не менее драйв принял решение уже уйти через мост. И дирижер тем временем занимает пятерку. Выход под аплейнт будет, а там Никидрон в тэшке у нас находится. Суа 93 парные, так что если попытается найти своего соперника у нас дирижер или же Систем, то будут огромные проблемы. От драйва есть минус, и тем временем дирижер попытался все-таки раздефьюзить бомбу, но здесь уже его начинает просто сгонять с этого дефа, так что будет очень сложно как-то драйву вылезти из этой ситуации. Ну и пошел уже пушить, за что и получил пулю в лоб. Последний раунд первой половины, и кто же ее заберет? Ну вот на ошибках все-таки на празднике умеют действовать, и действуют довольно верно. Опять же, да, про тот момент, когда план, по сути, не должен был высовываться. Сейчас он отдал позицию моста, тем самым заблудил свою команду в верности принятия решений. То есть, стоит ли смещаться на Б или же... Наоборот, просто если бы не было бы минус по плану, вероятно, бы праздники дальше не пошли давить мост. А там как раз аплен был укомплектован, ну, атрибуция очень хорошо. Ну, как мы видим, снова мост. Снова мост, но ХЗ пока что именно на противоположной стороне моста, на стороне соперника. Попытается сделать, наверное, энтри-фраг. Ну, возможно, получится. У него, на самом деле, неплохо. Пока что идет игра. Да, он не фраг лидер своей команды, но, тем не менее, попадает довольно знатно. Так, видит плана. Все, ну, план здесь очень хорошо на мансах. Страйфуется и пока что без размена. ХЗЗ очень рискует вот так вот в наглую идти на своего соперника. Да, я не спорю то, что он его нарейдил. Но если сейчас сюда потянется саппорт, то у ХЗЗ явно будут проблемы. Пока что план не лезет в открытую перестрелку. И бойцы команды Атрибутс понимают то, что что-то здесь нечисто. Раз один игрок постоянно байтит на себя, и дальше вообще ни по кому информации никакой не имеется, значит, возможно, это заготовка под аплейн. А здесь моментально все меняет апрайзинги и притягивают еще двоих игроков под позиции моста. А план остается один на сейве бэплейнта. И дирижер у него на подхвате находится на перемычке. Олеся остался один под аплейнтом, но все мы с вами знаем то, что Олеся может прекрасно зажечь и в соло. Но посмотрим, что же сейчас сделают. Аккуратный выход сейчас на дорогу от команды Uprising. Вакуум и ХЗЗ прекрасно понимают то, что просто так позиции бэплейнта оставить не могли атрибуты. И потихоньку да помаленьку чекают каждый уголок и занимают уже бомбсайт. Да, все, зачекали плана. План откидывает хаешку, но его сразу же вакуум настигает. И вакуум получает по голове. Размена пока что нет со стороны команды Uprising. Еще и Вестейшн свои гранаты грамотно хелпует. Сразу вся оборона стягивается под бэплэнт. Никитрон из-под бетона также получает в голову. Ну а Олеся остается, по сути, с драйвом вдвоем. На драйве есть размен, но для Олеси здесь тяжело будет нож. Совушки занимает менты. Нет, получает по голове. Но все, это дефьюз. И, соответственно, последний раунд заканчивается в пользу команды Атрибутс. Они берут первую половину. Молодцы. Но сейчас самое главное отыграть так же хорошо и на второй половине. Если они сейчас сдадут как-то позиции, то апрайзинги просто их раздавят. Ну, посмотрим. Ну, вот вопрос в том, будут ли также терпко играть атрибутс в атаке. Все-таки очень долго, да, вот развивали именно свою какую-то оконцовку раундов команды USG. Решили сделать что-то поменять. Говорит, давайте я первый буду там в лобби стоять, вы вторые, там кто-то третий, десятый. Это же наша традиция, пацаны. Ну ладно. Всем еще раз добрый вечер, дамы и господа. По-прежнему мы с вами на Arena for Game. И мы смотрим первый матч на сегодня. Первая карта. Более того, вы ничего еще, по сути, не пропустили. Разве что только первую половину, если вы только к нам подключились. Атрибутс после первой половины на обороне смогли взять 5 раундов. И сейчас находятся в хорошем настроении, в хорошем расположении духа, командном, так и в соло. Ну, посмотрим, что у них сейчас будет по стрельбе, как команда Атрибутс попробует их надломить. Но здесь вакуум сразу же наносит очень много дэмэджа по плану. Ну, там сразу 3 игрока мост проходит. И Эвостейшн уже мид, кстати, прошел. Ой-ой-ой, Эвостейшн.
Вестейшн, конечно, красиво сейчас на катушке поставил по КЗЗ. Там еще и у вакуума начинаются проблемы. Но драйв подлетает на халпу. И от драйва имеется минус. Но также Систем поддерживает свою команду фрагом. Падает Ники Дрон. Трое игроков команды Апрайзинг остается на сейве своих позиций. Вакуум чекает выход на мидл. А там уже работает Систем. А Систему довольно неплохой хедшот. Драйв, выход на дорогу против дирижера. Попытается провоевать сейчас этот парень. Но посмотрим, насколько это будет удачно. План. Хаешку подались, и драйв остался в соло против троих своих оппонентов. Да, можно еще отстрелить плана, у него 14% здоровья. Да, можно еще поевать против Система. Но, опять же, если его найдут первым, ну вот именно так и происходит, Систему зачекал с восьмерки, то драйв не выходит живым с поля боя, и это уже 6-й раунд для команды Атрибут. Сначала более чем хорошее для них на смене сторон, но посмотрим, продолжат ли они в том же духе. Складывается небольшое такое ощущение дежавю, что у команды USG сейчас какое-то нарушение именно микроклимата внутри команды. Не знаю, прав я или нет, но вот команда Атрибутс выглядит сейчас той пятеркой, которая действительно уверена в себе, в своих силах и своих тиммейтах. Но здесь Олесь хорошо идет пушить винты, здесь Эвестейшн, конечно же, погибнет, но очень долго там Максим мансовал, но тем не менее гранаты, вот эти, которые его загоняли в тупик, все-таки вывели его на ненужную позицию, где его как раз-таки Олесь и пропушил. Ну что, 4 в 4, плюс ко всему соушка и дирижер, ну, действительно очень хорошо подбиты. А вот ХЗЗ и Никедрон двойками сейчас играют апрайзинги, в надежде, что все-таки и одна двойка, и вторая двойка сумеет отбить натиск по той или иной точке. Ну, посмотрим. Но опять же, атрибуты довольно неплохо пошумели сейчас под боковой и заставляют стянуть хотя бы одного игрока на оборону аплейнта. И тем временем двойка бойцов команды Атрибутс выходит уже под Б-плейнт, а там один Никидрон. Но тем не менее, если Никидрон сейчас добывает информацию, он уже ее добыл, то будет моментальная перетяжка от команды Апрайзинг. Есть минус от Никидрона по плану, Солшки идет мстить, но... Увы, ах, не удалось. Никидрон ставит по нему довольно неплохой хедшот. И это 5-й раунд для команды Апрайзинг. Но, тем не менее, преимущество одного раунда сохраняется за командой Атрибутс. Смогут ли они его сейчас увеличить? Давайте посмотрим. Аркит Хае сразу же под мидл. Будет заниматься мост втроем. Бойцы команды Атрибутс опять же направляется под эту позицию. Эвестейшн контрит выход за спину своим тиммейтом. И один Систем остался в тэшке. Но будет ли он на себя байтить или просто потихоньку здесь будет отсиживаться, а потом выйдет в спину? Давайте посмотрим. Ну что, Олеся, выход под тэшку. Пока что не пушит Систем. Он тоже понимает, что тайминги нужно соблюдать, именно потому что есть и те, кто может пропушить у команды Апрайзинг СОА-93. Как раз таки это Олеся. Олеся, пожалуй, самая опасная УАшка по своей команде. Тем более, играет он с ней уже очень давно и играет очень продуктивно. И как мы видели по статистике сезона, за два дня игрок уже там по 900 фрагов сделал. Ну что, пока что как... А, нет, все уже определенно. Это, походу, выход все-таки на Б-плейн. И дирижер находит голову вакуума, тем временем выход через мид от Эвестейшена. И Никидрон его хорошо перестреливает, но, тем не менее, двое игроков команды Апрайзинг остаются битыми. И там от плана довольно неплохой хэдшот. Соушки, какие хаешки, Соуш, что ты творишь? Да, Леся остается в соло, но и сейчас этому парню придется вообще не сладко и... Да, это раунд уже номер 7 для команды Атрибут, 7-5. Возможно, мы увидим тактическую паузу очень и очень скоро от команды Апрайзинг. Если 8-й дадут, то, вероятно, мы уйдем на эту паузу. Но за счет чего могут перевернуть игру, наверное, какой-то стиль игры немножко поменять Апрайзинг. То есть пропушить боковую, пропушить мост немножко, либо укрепить этот мост. Атрибуты действуют довольно примитивно. Они просто идут, массово отстреливают одну позицию, и за счет дальнейшего преимущества они владеют территориальным, как раз-таки, вот этим преимуществом на карте. И сейчас попытка номер уже 3. Практически все три раунда были идентично сыграны, и вот Эвестейшн на аркаде боковой поймал Олесю. У Олеси, мягко говоря, пока не очень хорошо заходит эта встреча, но все-таки у всех у нас бывают такие дни. Тем временем трое игроков команды Апрайзинг смещаются под аплейнт, и здесь же работают атрибуты втроем. Двое через боковой, один через тэшку. Смогут ли атрибут сейчас реализовать свою задумку, или же здесь Апрайзинги моментально их остановят? Идет нашив у нас тэшки, идет также нашивка по боковой, но пока что не решаются выходить атрибуты. Эвестейшн вместе с Системом готовится к этому плану, все байтит на себя, играет на нервах своего соперника. Но здесь в упоре уже Никидрон с дуалами, он идет выжимать своего энеми, у него это получается.
И Некидрон может еще кого-то пойти забрать, но здесь есть размена драйва от Система. Один в один под А-плантом, но там еще и один под Б-плантом вакуум. Вот за вакуум бы. Интересно. Ой-ой-ой, что делает вакуум? Вакуум! Вакуум! Да ладно, что ж ты творишь, парень? Как это было жестко! Ой-ой-ой-ой-ой, какой же вакуум красавец! Ну что ж, опять же бойцы команды Атрибут сейчас отдают раунд своему сопернику. Это 7-6 на табло, но по-прежнему они один раунд преимущества сохраняют для себя. Но посмотрим, что же будет сейчас. Апрайзинги настроены очень агрессивно и вполне могут сейчас сравнять ситуацию в счете. Но посмотрим. EvoStation вместе с Systemом занимает уже выход на винты. А здесь КЗЗ будет принимать своих соперников от KitHE. Ну что ж, КЗЗшка сможет ли удержать свои позиции? Давайте посмотрим. EvoStation, опять же, довольно неплохо нарейдила гранаты. System будет отыгрывать в агрессии из-за него. Перемещение на мид от дирижера, я так понимаю, это бэплейн. Так, ну здесь на винтах все-таки, опять же, война с Систем и ХЗЗ, пока что никто не пострадал, но две УАшки на винтах, то очень жестко, и ХЗЗ не справляется с этим натиском. А вот восьмерку будет принимать, опять же, вакуум сейчас, и посмотрим, как у него это получится. Но сюда же Олесь еще приходит, но это опять сплит через мост. Ну, объективно говоря, здесь на Б-планту усилений пока что никаких не видно. Никидрон один под А-плантом, да, и все-таки драйв тоже стягивается. Три игрока на Б-планту будут играть против пятерых. Но EvoStation битый, поэтому он здесь не особую угрозу представляет. Но опять же, мы с тобой знаем то, что Максим вообще, несмотря на то, какой у него хелсбар, всегда представляет угрозу своему сопернику. Как бы он ни выходил, с каким бы хелсбаром, он может зайти в спину, может поставить какую-то нереальную пачку. Но пока что от Сошки есть минус, и вакуум закрывает двоих своих соперников на выходе под дорогу. EvoStation тем временем находится на восьмерке, по нему информации вообще никакой не имеется, и здесь довольно неплохо на рейдил драйва, но драйв его отстреливает, Систем добивает своего соперника. Никидрон остался один против двоих, фугас уже установлен, ну и сможет ли Никидрон справиться сейчас с этой ситуацией, давайте посмотрим. Ну там по Никидрону с дома работают, и Систем также выходит за плент и убирает Никидрон. Ну что? Это уже 8-6 за командой Атрибутс. Им остается 2 раунда. Это победа на этой карте. И сейчас посмотрим, смогут ли забрать сразу маппоинт. Ой-ой-ой, здесь фаст сплитпуш через винты. Боже мой, оборона сейчас, мне кажется, будет немножко шокирована. Хотя должны выдерживать натиск. Ну, здесь EvoStation сразу первой же пули ставит хедшот. Ну и кто же будет выдерживать? Никто не выдерживает ни паузу, никто не выдерживает натиск под аплентом. И это вакуум Никидрон вдвоем против пятерых. Провалился, конечно, Аплейн сейчас знатно у команды Апрайзинг. Ну и сейчас, если вакуум с Никидроном покажет нам какие-то чудеса, то, я думаю, моралька команды Апрайзинг взлетит просто. Но, тем не менее, я думаю, атрибуты все-таки не позволят этого сделать. От Никидрона минус по дирижеру. Далее план с EvoStation'ом все-таки завершает этот раунд. И это уже девяточка для команды Атрибутс на ВВГ. Вот это поворот. Ну что, поехали. Поехали. Будет ли это еще какой-то быстрый раунд или все-таки слоуплей? Но дирижер уже летит под винты или это мидл? Дирижер ждет. Ой. Неужели это винты через перемычку, нет? Нет, по-моему, это не винты через перемычку, но это фаст выход на мидл. Винты откидывают. Как же здорово! Просто сейчас действует команда Атрибутс. Моментальные 3 минуса, не влекущие за собой никаких потерь. И Систем делает квадро в этом раунде для своей команды. Ой-ой-ой-ой-ой. Без шансов. 10-6. Что они творят, Герман? Что они делают? Просто они просто почувствовали преимущество. Они действительно почувствовали, что соперник немножко подавлен. И когда вот ты чувствуешь вот эту ноту, ты сразу же идешь давить. Хорошо, что когда ты начинаешь это делать, ты делаешь это с энтри фрага. Бывает такое, что одна граната там может разрушить твою вот эту молниеносную атаку, и ты просто потом думаешь, блин, а играть ли следующий раунд вот такие фаст-врывы или нет? Ну, вот таких гранат не было от команды Апрайзинг, и каких-то разменов даже не было. По-моему, за 2 раунда они сделали ровно 1, ну или 2 минуса всей команды. Это, конечно, очень мало, Атрибутс просто задавили уверенностью и желанием победить. Ну что, 10-6 на первой карте, были ли такие у нас прогнозы?